Деревенская гитара из города Техасу. Привет, меня зовут Лёша, и у меня сегодня в руках американский винтажный телекастер. Он, естественно, сделан в США, корпус из ольхи, гриф клен, накладка тоже кленовая, ну и в целом это, конечно, классический американский телекастер. Самое крутое в нем это отдача звука. Когда играешь даже на отключенной гитаре какой-нибудь большой открытый аккорд, например, соль, она прям дрожит и в живот прям отдается. Это очень приятно и здорово такую гитару в руках держать. Она такая белая!